В рамках реализации проекта «Единая Россия. Новая школа» первый заместитель председателя Мособлдумы Лариса Лазутина вместе с муниципальными депутатами и председателем Центра поддержки материнства «Мамина помощь» Ольгой Кравченко приняла участие в акции «Собери ребенка в школу». Делегация посетила две семьи в Одинцове. Для ребят подготовили необходимые школьные принадлежности, а также памятные подарки от Московской областной думы.